Вот таким плакатом сегодня встретили 13 съезд судей Союз адвокатов Украины в ходе проведения своей акции протеста. В чем смысл акции, узнаем прямо сейчас. Андрей Игнатьев, 17 канал. Тут мало что зависит. Все зависит, как обычно, от высшего руководства страны. Потому что как судьям позволяют себя вести, так они себя и ведут. И если судьи ведут себя так, что они вынудили даже совершенно разных по политическим взглядам и даже пребывающих в личных конфликтах адвокатов вместе выйти на общую акцию под здание, где проходит съезд судей, ну, сами понимаете, это судьи очень хорошо для этого постарались. И мы пытаемся донести до судей, что если наши вот эти предупредительные меры не дадут эффекта, мы просто будем вынуждены объявить забастовку и прекратить ходить в процессы. Проблема найбільша є у нас в адвокатів, і ви вже це бачили по останнім процесам, які транслюються в онлайні. Річ у тому, що незважаючи на те, що згідно Конституції суд є органом правосуддя, чомусь судді себе вважають частиною правоохоронної системи. І фактично ті всі недоліки, які є в досудовому слідстві, потім безпосередньо під час судового розгляду, судді фактично усувають, роблять роботу за правоохоронців. Фактично, щоб не зауважував адвокат, ну, на це ніхто не звертає уваги. В принципі, не звертає увагу. Ми проти такого відношення до професійної діяльності адвоката, ми проти до такого системного порушення прав людини, це право на захист. Відповідно, тому ми звертаємося до з'їзду суддів, щоб вони забезпечили всього-навсього конституційну норму. З вами прекрасно розуміємо, що тільки обращая внимание общественности на то, что происходит в судах, мы можем добиться того, что наша профессия в Украине останется профессией адвоката, а не просто атрибут в суде. Поэтому, во-первых, всем спасибо. Во-вторых, я надеюсь, что судьи нас в конце концов услышат. И я предлагаю отпустить судей на свободу, пускай они идут на съезд. Отпустите судей! Правосудие улетело!